Салим, достар, мне тут соседушка сверху помогает снимать реакции. То есть сверлит там сверху где-то. Ай, нет, вот это видео мне не надо, пожалуйста, скачивать. Я так-то совсем другое видео скачивала. Вернемся назад. Я хотела первую серию скачать сериала «Ромашка», на котором меня попросили реакции. Но опоздала, закончилось видео, началось другое видео. И моя программа его скачивает. Отлично, супер. Конечно же. Конечно. Так, очень сильно просили Нурмухамеда Жакыпа песню «Самое-самое». Нурмухамед. Песню я, конечно же, уже слышала. Слышала ее в ТикТоке. Она там очень популярна сейчас в данный момент времени. И даже, может быть, не сейчас, а конкретно вообще сколько-то, месяца два. Она популярна была там. И очень много выходило роликов в ТикТоке о том, что... Типа, я думал, что это, или я думала, там, неважно, это же ТикТок, там, все снимают под один и тот же звук, или под один и тот же текст на экране. Так вот, я думала, что это поет девочка. Ну, так как я человек, который знает Нурмухамеда Жакыпа уже года два, поэтому я такая просто, как можно не понять, что это ребенок, мальчик, тем более. Сейчас он уже подрос, уже не такой маленький ребенок, как раньше был, но тем не менее. Мальчишеский голос все равно очень сложно не узнать. Так, давайте посмотрим. Раз, два, три. Девушка. Так, ну, качество. Нет, нормально качество. Кухня классная, конечно, красивая. Имя ее прекрасное на свете. Она для всех и лучше нету. Гульнара это цвет, он цвет гранатный. А запах, как и у роз, ароматный. Цветочки вянут, но только она цветет. Она цветет круглый год. Самая-самая, ай-яй, у нее улыбка, что такое, нет ни у кого. А глаза алмазы, ничего не скажешь. Чисто светит. Сложно ее блеск яркий не заметить. Гульнара это цветок ароматный. Быть рядом с нею очень-очень приятно. Цветы замянут, ну а жизнь не кончается, а только начинается. Самая-самая, ай-яй, у нее улыбка, что такое, нет ни у кого. А глаза помощник сверху там мозги себе просверли. Прикольно сделано. Самая-самая, ай-яй, у нее улыбка, что такое, нет ни у кого. А глаза алмазы, ничего не скажешь. Она как будто бы слышит его песню, но не знает, да, что он на ней поет. А он там находится где-то возле нее, но она этого не видит.
не замечает этого, так сказать. Так, я не знаю, скачала эту песню, не скачала. Что-то скачивается, понять не могу, что. Потом окажется, что другая песня. А я потом буду искать, скачала я или нет. Ну-ка. Нет, не скачала. Все. Скачиваем, значит. Сейчас у меня скачивается вторая, первая серия, точнее, «Ромашки». Вот. Будем ее потом выкладывать. Надо вообще какое-то сейчас смонтировать видео хотя бы уже. А то заждались от меня реакции. Сейчас я снимаю их почти все подряд. Блин, мне не нравится освещение. Ладно, потом включу свет. Без света еще хуже выглядит. Со светом сперва делала. Потому что светло, день как бы. Но из-за того, что из окна падает свет, здесь нету света. Короче, картинка страдает, в общем, да. Светокомпозиция очень сильно страдает от этого. А так как я перфекционист в этом плане, мне надо, чтобы все выглядело идеально. Но, к сожалению, я в кадре как-то, может быть, идеально уже что-то действительно. Правильно? Чушь собачья. Все. Всем пока. Спасибо за заявку и за просмотр. Всем пока.